Всем привет! Одно из моих хобби – это велопрогулки. Недавно я себе купил экшн-камеру GoPro Hero 7 Black и решил записать на нее одну из них. Можно сказать, это тестовое видео, но я его снял также и для себя, чтобы зимой можно было его пересматривать. Видео снималось в Full HD разрешении с включенной стабилизацией и автоэкспозицией. Никакой дополнительной обработки цветов я не делал, оставил все как есть. Больше всего меня удивила стабилизация этой камеры и углы обзора. Они очень большие, примерно 120 градусов. Это как у дверного глазка, при таких углах обзора неизбежно появляется искажение типа рыбий глаз. Но эта камера, это искажение смотрится очень естественно. При съемке природы оно почти незаметно. А при съемке в доме лучше выбрать линейную развертку, иначе дверные проемы окажутся овальными. Этот маршрут песчаный, и песок приходится объезжать по обочине. По дороге я часто переезжал через корни деревьев, ездил по лесным шишкам. Тряска на велосипеде местами ощущалась существенно, но на видео ее практически не видно. В конце пути мне попался участок дороги, перекопанной лопатой. На этом участке особенно сильно трясло. Я не мог удержаться на велосипеде и встал на землю, но на видео этого незаметно. Незаметно настолько, что даже непонятно, почему я слез с велосипеда. А ведь трясло так сильно, что даже руль держать прямо было сложно. В общем, стабилизация HyperSmooth меня очень порадовала. Она работает хорошо. Но с автоэкспозицией все не так замечательно. Когда яркость освещения меняется, автоэкспозиция не всегда успевает отработать вовремя. Видео периодически получается слишком светлым или темным. Затем медленно выравнивается. Но это экшн-камера, так что такое поведение можно понять. Если мимо вас будут мелькать тени, то быстрая автоэкспозиция может все испортить. А плавную потом будет проще поправить при монтаже видео. Я катался на хардвере велосипеде, то есть на переднем колесе у него есть амортизаторы, а на заднем нет. Камера была прикручена к рулю велосипеда через жесткий крепеж, и на нее передавались вибрации. Звук получился с большим количеством шумов, поэтому я полностью его заменил. Можно было попробовать его почистить, но ничего интересного там не было. В этот день было очень тихо, все насекомые и животные куда-то спрятались и молчали. Предлагаю посмотреть вам эту велопрогулку.
дороги, о котором я говорил в начале видео. Обратите внимание на стабилизацию. На этом пока что все. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.